Итак, друзья, восьмой поединок сегодняшнего вечера. Бой состоится в минимальном весе. И мы первую приглашаем в синий угол октагона спортсменку из Болгарии. Встречайте, Александра Тончева! Восьмой поединок сегодняшнего вечера. Очередное противостояние между девушками, а именно Александрой Тончевой и Софией Багишвили. Но с Софией поговорим чуть позже. Прямо сейчас Александра Тончева, очень именитая в прошлом спортсменка-любитель, является чемпионом Европы по ММА по версии Всемирной Федерации ММА, также является чемпионкой мира по ММА по версии все так же Всемирной Федерации ММА. Если говорить простыми словами, то по версии ИММАФ. Что же касается профессиональных выступлений, то рекорд Александры 4 победы, 3 поражения и 1 ничья. При этом ей 31 год. 8 поединков в карьере. Свой дебютный поединок она провела в 2017 году. Очень успешная у нее была любительская эта карьера. Но опять-таки 15-16 год, именно в те годы она стала чемпионкой и Европы, и мира. Стоит отметить, что те годы были, наверное, не самые конкурентные. Внимание, красный угол клетки. Ее соперница из Грузии. Встречайте, София Багишвили. Переход в профи был, конечно, закономерным для Тончевой, потому что закончились у нее соперницы. Ну и сложно было дальше конкурировать, не видя своих соперниц какого-то сопротивления. И следующий в октагон направляется София Багишвили. 23 года этой спортсменке. Ее рекорд 7 побед, 1 поражение. Кстати, единственное поражение в карьере нанесла ей Тунзала Иманлы. Было это в 2019 году, но затем была просто сумасшедшая серия из 7 побед подряд. Между прочим, есть что-то общее и у Софии Багишвили, и у Александры Тончевой. Обе спортсменки дрались против Анастасии Дюжиковой, и обе спортсменки выигрывали Дюжикову. София одержала победу досрочно над Анастасией Дюжиковой. Вот Александра Тончева также одержала победу досрочно над Анастасией Дюжиковой. И разница лишь в том, что для Тончевой потребовалось только лишь один раунд, чтобы завершить бой досрочно. А вот София смогла завершить бой досрочно против Дюжиковой во втором раунде. И, между прочим, именно Дюжикова становилась первым соперником двух спортсменок именно в лиге «Октагон». То есть дебют начался с Дюжиковой. Всю свою карьеру профессиональную практически провела София Багишвили в Грузии. В Грузии есть, конечно же, один из таких вот высококлассных по уровню своему промоушенов Georgian Fighting Championship. Именно там провела она все свои поединки. Что же касается любительских регалий, то является она мастером спорта по самбо, чемпионкой мира по рукопашному бою и чемпионкой Украины по самбо в том числе. Ждем представления спортсменок. Синий угол клетки. Возраст спортсменки 31 год, рост ее 164 сантиметра, вес 52,2 килограмма. Чемпионка мира по версии ИМАФ.
чемпионка Европы ИМАФ 2015-2016 годов. Из Болгарии встречайте Александра Тончева! Красный угол клетки. Соперница ее 23 года. Рост ее 160 сантиметров, вес 52,2 килограмма. Мастер спорта по самбо. Чемпионка мира по рукопашному бою. Чемпионка Украины по самбо. Из Грузии. Вот она! София Пагишвили! Рефери в октагоне Бауржан Жуманов, Узбекистан. На середину. Тигрицы, правила боя знаете, не нарушаем. За футболки, шорты, шингерты и сетку не хватаем. Покажите красивый, честный бой. Пожали руки. Удачи. Все готово к началу этого поединка. Александра Тончева в синем углу октагона в красном. София Багишвили сразу же занимает доминирующую позицию в клетке. Багишвили Тончева отдает пространство, пытается залететь в свои комбинации, но здесь Багишвили идет вперед. Застоял, кстати, в клинче, а именно в ближнем бою, в ближней дистанции Багишвили. И пропустил несколько ударов от Тончева. Несмотря на рекорд, Тончева достаточно опасная соперница. Снизился темп. Темп поединка. Нет у нас таких активных разменов. Вот сейчас снова пытается зайти с комбинацией, но все так же натыкается на встречные удары Багишвили от Тончевой. Полторы минуты позади. Снова активно прессингует Багишвили. Но без ударов. Да, во втором. Тактика работы вторым номером дает свои плоды для Тончевой. Обратите внимание, что очень здорово она работает в ближней дистанции. Именно своими боковыми ударами, а именно ударом справа. При этом сама не атакует. Сама она не прессингует. Снова. В режим ожидания спортсменки из Болгарии. Секундант Пагишвили перекрикивает абсолютно всю арену. Я думаю, даже на самом последнем месте Балан Шулах слышно, как он дает подсказки. Отличная атака. Багишвили почувствовала, что может закончить бой досрочно. Идет вперед с комбинацией, но здесь застоялась в клинче. И вот она месть от Тончева. Сразу же вернула должок. Но, как я уже говорил, несмотря на рекорд, все же опасно. Александра Тончева. Ну, ищет возможности для отхода, для атаки точнее, потому что работает в ближней дистанции опасно все-таки. Все сбивает именно удар справа Тончева в этих разменах. Секунд до окончания первого раунда.
кто же заберет последнюю минуту этого раунда. Еще один удар справа. Бьет без подготовки Багишвили. Возможно, стоит все-таки подготовить этот удар. Чем дольше стоит на месте Багишвили, тем больше шансов Ватончева. Обратите внимание, что именно такой темп поединка ей выгоден. Багишвили начинает нервничать и понимает, что нужно наносить удары. Начинает идти вперед со своей серии, натыкается на правый оверхенд. Отличной комбинацией заканчивает свою серию Багишвили. София. Поэтому не видели ни даже попытки проведения тейкдауна, перевода. Возможно, это станет ключевым аспектом для той или иной спортсменки. Первый раунд заканчивается, ждем начала второго. Тончеван Восен, Бегаш, Багишвили Восен, Шингрек, Саль, Анн Крамой Лотермас, Стильдере, Узгишейда, Негзе. Киуди, Крюйский Жахан, Крюйский Денгой. Бірақ соған қарамастан қазір мне София болсын, Александра болсын, екеуде. Аяқта тұрбай қасу жөн санаған екен. Бұл жекпе-жекті негізі чемпиондық белуге үміткерді анықтайтын жекпе-жек деуге де болатын шығар. Жеңімпаз 52 келі салмақтағы чемпион болуы мүмкін алдағы уақытта. Аян Тұрсын бар екен, ұмытпаңыздар. Қатарынан екі жеңісі бар Октагон Лигасында. Сол себепті дәл қазір біз тағы бір үміткерді анықтайтын сияқтымыз. Внимание, второй раунд. Екінші раунд. Давайте поддержим аплодисментами наших спортсменов. Пекенінде ортақ қарсыласы бар. Бұл Анастасия Дюжикова, 57 келі салмақтағы чемпион. Екеуі де уақытынан бұрын ұтқан болатын Дюжикова. Қолға ұрту әдісімен Багишвили, толқындыру әдісімен Тончева. Міне, өте жинақы. Аяқта нұқтыр екеуі де, және Багишвили біртіндеп бағыстыруда. Бізге бүгін өзінің самбасын көрсетеді ме? София Дюжикова қарсы тәптәуір күрескен болатын. О, Багишвилидің де сәтті комбинациясын көрдіңіздер. Сол аяқпен жасалған соққыдан кейін оң қолмен соққыны күткен болатын бұл жерде Багишвили, бірақ шабуылды бір жақтан ғана жасады Тончева. Сондай бір қарапайым тактикалық қулық деуге болатын шығар. Сол қолмен, сол аяқпен, содан кейін бірден сол қолмен соққыны қосып жіберді. Ондайға Багишвили дайын болған жоқ. Шәрі мүнтай уақытымыз бар әлі. Үші раунд бойы бұлай өтеді ме? Жекпе-жек. Бірінші раундтың басы сондай бір өте эмоционалды болған еді. Міне, Багишвили шынымен де қазір тіпті аяқпен де соққы көп жасамайды. Боксқа ден қойған сияқты. Тончева қарсыласына жақындағысы келмейді. Екеуіне де шабу жасауға ыңғайсыз. Қашықтық, Тончеваның қарымта шабуылы қолдың, сол жақ қолдың сыртынан дәл тиген соққыны көрдіңіздер. Қалай дегенмен Багишвилидің күресіне сескенетін сияқты Тончева. Әрдайым араға шықтықты үзіп отыруын басқаша түсіндіре алмай. Міне тағы да тым алыстан бұндай соққылар не қажет отыр. Міне жақындаған кезде тиеді соққылар, бірақ басты проблема дәл осы араға шықтық сияқты. Багишвилидің жауабын көрдіңіздер, мидл кикпен аяқтады, ішке
Сол аяқпен соққыны дарт алды. Бірақ Тончеваның оң қолы қазір біртіндеп қиыншылықтар тудырып жатқан сияқты Багишвили. Көздеген сәтте тигізе алды. Міне алғашқы тейкдаунға да жақын қалдық. Тончеваның өзі шыдамай ақыры күреске кірісіп кетті. Дземен басқа ішке жасалған соққылар шынтақ өте жақсы. Иә, қарсыласын қазір торға тіреп біраз шабуыл жасап алды. Тончева. Ал Багишвили қалай жауап қайтарады екен? 2 минуттай уақытымыз бар әлі. Тағы да сол аяқ, бірақ оң қолды іске қосып, сол қолды іске қосып үлгерген жоқ. Багишвили бірден арағашықты үзіп кетті. Дәл осында үзілістер көбейіп кетті. Екінші раундта шыны керек. Әсіресе уақыт өте келе Багишвилидің тактикасы біз үшін түсініксіз. Міне тағы да мидл кик және аяқтан ұстап қарымта шабуыл ұйымдастырмақшы болды, бірақ Тончева қорғана алды. Өте жақсы. Болгар спортшысы қазір екінші раундты өте жақсы өткізуде. Тағы да қарсыласын торға тіреп алып соққы жаудыруда, ал Багишвили аяқтан ұстап тағы бір рет әдіс жасап көрмекші болды, бірақ Тончева жақсы қорғанып тиісті басымдылыққа ие болуда. Екінші раунд шынымен де Тончеваның еншісінде. Иә, бұған ешкім мәлім жоқ. Қаншама дземен соққы, міне тіпті клинштен шыға береді, шабуыл ұйымдастырып үлгерді. Өте дұрыс тактика таңдай алған сияқты. Тончева Багишвилидің бұндай мәнеріне қалай жауап қайтару керек екенін түсінген сияқты. Міне тағы да өзіне қарай жақындатуға тырысатын болады, бірақ бір кемшілігі Александраның шабуылдары алыстан көрініп тұр. Және не аяқ болсын, не қолмен болсын, соққы жасаудың алдында қарсыласына қарай бір екі қадам жүгіріп барып жасайды. Бұның барлығы әрине ойлағаны барлығы бірден ақ білініп қалады. Шабуылын өте ұзаққа созатын сияқты, ұзақ дайындайтын сияқты. Ал екінші раундта Багишвили қарсыласына бата алмады. Сол таң қалдырып отыр бізді. Бірақ міне осындай эпизод екі рет болды. Байқасаңыздар, қарсыласын октагонның торына тіреп дземен соққы жаудырған болатын Багишвили Тончева, кешіріңіздер. Және дәл осы екі эпизод шешуші рөл атқарған сияқты екінші раундта. Третий заключительный раунд этого поединка все так же неизменно в синем углу. Александра Тончева, София Багишвили в красном углу. Отличная комбинация от спортсменки из Грузии. Чем же ответить Тончева? В целом, неизменно работает Багишвили с начала первого раунда. Прихватила ногу и сразу же пробивает мидл кик Багишвили. Thank you.
с какой комбинации теперь начнет работать Тончева. Снова, опять-таки, каждый раз, когда начинает выбрасывать свою серию, Вадишвили, туда справа выбрасывает в ответ Тончева. Как раз-таки такого вот удара опасается каждый раз София. И поэтому вот имеем то, что имеем. Тончева не работает первым номером. Все время отдает пространство. Пятится назад. Багишвили не может разогнать свою серию. Как-то результативно закончить свою атаку. Потому что каждый раз, когда выбрасывает она классическую боксерскую двойку, после второго удара выбрасывает правый оверхенд. Правый боковой такой удар. И все, что делает Тончева, это только лишь правый боковой удар. При этом без борьбы, без своих атак. Ну, вот здесь вот несколько лоу-киков. Вадишвили снова стоит, ждет, думает, когда же ей начать атаковать. Здесь выбрасывает комбинацию. Да, все-таки мой прогноз не сработал. Не было бокового удара от Тончева. И вот сейчас он был, но с запозданием. Попадает справа. Сразу же разрывает дистанцию София. Удар в корпус справа. Да, неожиданно был. Обычно бьет Тончева в голову, но здесь попыталась пробить в корпус. Снова. Гоняет по октагону, но результата нет. Вот обратите внимание, режет углы, давит постоянно, прессингует. С этим я, конечно же, согласен. С этим не спорю. Но где удары, где атака, где прессинг, где давление? Именно ударное давление, ударный прессинг. Попадает справа здесь вот. Здесь удар был бы чуть выше, потому что попало, кажется, в шею Тончева. Вот с этого ракурса, который мы видели. И все, что делает Тончева, только лишь удар справа. Ну, тоже, конечно же, очень надо смотреть каждый раз. Жаль, потому что дальше она свою атаку не развивает, не сближается. Необходимо кому-то из спортсменок забирать последние секунды этого раунда, да и последние секунды поединка в целом. Да, раз-два и разорвала дистанцию, дальше ничего. Нужно понимать, что если дальше она останется там, ближе к дистанции, на дистанции удара справа от Тончева, то пропустит обязательно. Ну, опять здесь вот снова ждет. Не самый, конечно, зрелищный поединок. Ну, здесь последние секунды, наверное, уже, что вряд ли что-то решат. Возможно, если за минуту до этого было бы. Не могу сказать, что это самый зрелищный поединок, но, по крайней мере, кто-то из спортсменок этот поединок выиграл.
Ну и давайте взглянем на самые лучшие моменты прошедшего поединка. Я напомню, что энергетический партнер мероприятия Gorilla Energy Drink. Итак, друзья, по истечению трехраундового поединка победу единогласным решением судей одержала спортсменка из синего угла октагона Александра Тончева!